Областное телевидение и Русфонд продолжают совместный благотворительный проект в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Сегодня мы расскажем о Руслане Печенове. Мальчику 2 года, у него врожденный порог развития головного мозга. Ему требуется срочное лечение. Помочь ребенку можно, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5541. Самое большое желание маленького Руслана – передвигаться самостоятельно. Сидеть спокойно на руках у мамы он не может ни минуты. Однако сделать первый шаг ребенок пока не в состоянии. С первых дней жизни Руслану поставили диагноз – врожденный порог развития головного мозга. А в 1,5 месяца у мальчика появились еще и судороги. У ребенка сохраняются судороги по 5-7 раз в день. Из-за судорог у нас мы отстаем в развитии. Ребенок отстает просто грубо в развитии, то есть не ходит, не сидит. Переворачиваемся только на один бок. Ребенок был жданным, как бы. Я хочу как бы вообще его полностью вылечить. Руслан очень общительный, часто улыбается и любит гулять. Год назад мальчик уже перенес операцию и теперь готов к новым процедурам. По идее, он любит гулять вообще. Любит. Как бы и засыпает на улице, как бы спит на улице. Но бывает иногда зависит от настроения. Если настроения нет, то это бесполезно. На машины хорошо реагирует, особенно на большие, на грузовые. То есть вообще визжит, то есть нравится. Врачи уверены, у мальчика есть все шансы жить нормальной жизнью и догнать сверстников. Но для этого нужно сначала избавиться от эпилепсии. Нужно провести несколько курсов реабилитации в одном из московских центров. Мальчику необходима госпитализация для проведения обследований и подбора противосудорожной терапии с целью купирования приступов. Затем необходима стимулирующая терапия, чтобы научить ребенка держать голову, переворачиваться, садиться, стоять и ходить. Сначала у опоры, а затем самостоятельно. После чего займемся развитием речи. Стоимость лечения почти 166 тысяч рублей. У мамы Руслана, которая одна воспитывает сына, таких денег нет. Родные мальчика надеются на поддержку неравнодушных свердловчан. Помочь собрать средства можно, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Диана Храмцова, Кристина Кайнер и Михаил Медведев. События ОТВ.